за вклад в искусство и воспитание молодежи. Сегодня председатель комиссии по родным языкам Марат Ахметов вручил награды коллективу «Шаян ТВ». Детский телеканал стал лауреатом одной из самых престижных республиканских премий имени Мусы Джалиля. Она учреждена в 1997 году и вручается за заслуги в области литературы, образования и искусства. Как отметил Марат Ахметов, «Шаян ТВ» вносит большой вклад в развитие родного языка и сохранение национальной идентичности. Телеканал давно и тесно сотрудничает с комиссией. В копилке шаяновцев это уже не первая награда. В коллекции победы премии канала «Карусель», «Открытие года», награды «Тэфи Kids», всемирного конкурса интернет-проектов «Жемчужины знаний» и «Многоликая Россия». Находить тонкие, очень чувствительные подходы душам, сердцем молодого поколения, особенно детям разных возрастов. Это очень трудная, творческая, креативная задача. И телеканал «Шаян» успешно справляется вот этой задачей. Это признание, определенное признание их заслуг. Они, конечно, очень много сделали. Они добились огромных успехов. У них очень хорошая аудитория, она растет. Это аудитория, которая растет, зная татарский язык, зная татарскую культуру. И это будущее нашей нации. Сегодня детский телеканал объединяет у экранов телевизоров, у мониторов и гаджетов татарских ребят по всему миру. «Шаян ТВ» — это больше 20 оригинальных образовательных развивающих программ. Тысячи переведенных на татарский язык фильмов и мультфильмов. В этом году шаяновцы отметят свое 5-летие. Безусловно, важно. Здесь у нас хозяева — дети. Мы для этих детей работаем и надеемся, то, что эти дети будут расти в атмосфере национальной культуры, то, что они будут знать язык. Это вызывает огромный восторг, когда пишут то, что хотят прийти на канал, и приходит ребенок с чистейшим татарским языком. Работа на телеканале «Шаян ТВ» – это большой опыт. И я уже на первом курсе была здесь корреспондентом, и кажется, что «Шаян ТВ» – это дети. Но за этими детьми стоят опытные журналисты, опытные редакторы, и работать с ними — большое счастье.